Добрый вечер, уважаемые подписчики. Те неведомые мне 12 человек, кто меня еще зачем-то смотрит. Сегодня у нас 15 ноября 2021 года, если не ошибаюсь, понедельник. Я нахожусь в районе яхтенной стоянки в городе Дубае, в районе Джумейра. И, соответственно, так как я в этом городе нахожусь уже около 2 недель, у меня сложилось некоторое впечатление об этом городе, и я бы хотел им с вами поделиться. Я запишу 2 видео. Первая эта часть хвалительная, вторая часть ругательная. Вторая часть будет с матами, поэтому смотрите на свой страх и риск. Итак, собственно, город Дубай. Что о нем можно сказать хорошего? Первое, это то, что замечают все и упоминают все, это безопасность. То есть вас никто не попытается ограбить, прирезать, украсть, сделать сами еще что-нибудь такое. Бывают, конечно, эксцесс-исполнители, там один шанс на миллион, но, как говорится, от этого никто не застрахован. В основной массе здесь безопасно, по большому счету всем на всех похрену. То есть город большой, еды хватает всем, поэтому никто криминалом особо не занимается. При том, что он есть. И, соответственно, если брать в расчет, например, ту же проституцию, она тут в явной форме присутствует. Но многократно всеми описанная страшная шариатская полиция почему-то ночных бабочек, о них же ночные феечки, не гоняет. Они себе спокойно ходят по бульвару на Джумейре и предлагают свои услуги. В общем, безопасность — это раз. Два. А если вдруг вы рассматриваете этот город по какой-то причине для своего постоянного или относительно постоянного долгосрочного времяпрепровождения и проживания, второй плюс — это географическое расположение. То есть город находится в условном географическом центре, откуда легко достается и Европа, и Азия, и значительная часть Африки. То есть, собственно, Дубай не зря стал одним из крупнейших мировых хабов. География, как говорится, ничем не бьется. А тут география позволяет на каком-либо из самолетов, на большей части самолетов, на одной заправке, без пересадок, долететь очень-очень много куда. То есть Европа кроется практически вся, Африка кроется практически вся, кроме дальней части в районе Намибии, Южной Африки, ну, в зависимости от самолета тоже. Крупнейшие азиатские города кроются, то есть в плане транспортной доступности и связанности с остальными частями света этот город рулит. Ничем не хуже того же Сингапура или Гонконга, ну или Нью-Йорка. Третье. Это, ну, если так можно сказать, это товарное изобилие. То есть огромное количество вещей, которые можно купить, которые можно надеть, которые можно снюхать, есть, в которые можно сесть и прочее, прочее. Если вы шопоголик, вам сюда, Вавилон нового времени, вас ждет. Четвертое. Это высокое качество местных медицинских услуг, естественно, если у вас есть деньги. То есть вполне возможно, что в ближайшие лет 10-20 Дубай станет более оживленным и более привлекательным хабом в плане медицинского туризма, нежели, например, тот же Китай или та же Южная Корея. То есть все предпосылки у людей есть, главное не просрать. И, собственно, на этом у меня положительные впечатления о городе заканчиваются. Далее пойдут отрицательные.